Даль. Ау. Даль. Ну, что тебе надо? Может, поработаем? Я не хочу. Слушай, ну надо ролик снять. Все же 9 мая на носу. Можно просто что-то военное снять. Сань, ну достань, будь человеком, а. Мы уже кучу всего военного снимали. Мы про финки НКВД снимали. Мы про какие-то там военные ножи снимали, ну типа топ-10 там военных ножей. Даже про саперные лопатки снимали. Реально, мужик, отстань, я на самоизоляции вообще. Ну вот, ну что ты меня отвлекаешь? Меня завалили сейчас, я вот паузу не нажал. Ну. Ты что там хоть играешь-то? Ох, что играешь? Я играю в новый сезон PUBG, мужик. Это что такое? Бро, ну ты даешь, ты бы еще спросил, что такое скандинавские спуски. PlayerUnknown's Battlegrounds — это одна из самых первых игр в жанре «Королевская битва». Это когда куча игроков бьются за выживание на общей карте, побеждает, естественно, сильнейшая. Как раз сейчас вышла обновленная карта Викенди с новыми механиками и видами. Вот, собственно, по ней и бегаю. Тут, кстати, круто, что ты не совсем один играешь, у тебя есть команда, и можно сообща валить супостата. Ну или как одинокий рейнджер. Все на твой выбор. В команде все игроки такие же реальные люди, как и твои враги. А то, что ты бьешься не с ботами, а с реальными людьми, придает игре максимальный уровень хардкорности. Ну и, конечно, оружие. Это отдельная тема. Чего тут только нет. От сковородки до штурмовых винтовок, помповиков и, конечно, снайперок. А в новом сезоне появилась легендарная Мосинка. Вот это развлечение прям по мне. Ссылка на официальную группу игры во ВКонтакте в описании под видео. Вообще, знаешь, что я подумал? Раз пошла такая пьянка, давай снимем ролик про четырехгранный штык для винтовки Мосина. Ну и, конечно, про саму Мосинку расскажем. Сань, ну отойди от компьютера, потом ты по ссылкам в описании перейдешь. Саш. Саня, от компа отойди. Русский штык. О, это словосочетание наводит настоящий ужас на пользователей соцсетей, любителей теории заговоров и все такое. Эти ребята развлекаются по полной. И русскому штыку называют так, как правило, именно четырехгранный штык, который появился еще аж в 1870 году, порой приписывают самые невообразимые свойства. Уровня, ну, чуть ли не джедайского меча. И что это чисто русское оружие. И что намного круче западных аналогов. И мое любимое, запрещенный Женевской конвенции. Скажу честно, я тоже верил во всю эту историю, пока не начал готовиться к вот этому ролику. И вообще мотивации к, ну, как бы запрету этого штыка Женевской конвенции было две. По сути, одна, но все это было связано с ранениями, которые наносит этот ужасный штык. И там говорили как про трехгранные, так и про четырехгранные ножи, ну, штыки. И история такая, значит, что когда вот такой вот четырехгранник в тушку входит, у нас у тушки получается крестообразный разрез. И вот такие раны, они очень плохо заживали. Трехгранный штык, та же самая история абсолютно. И вот тут две версии как бы внутри этой. Первая версия гласит, что эта рана очень плохо затягивалась, и было большое кровотечение, было очень сложно это кровотечение остановить, и это, в общем, негуманная история убийства. Вторая версия, что наоборот, эти раны затягивались гораздо лучше, чем обычным ножом. Но при этом было обильное внутреннее кровотечение. Ну и тоже, соответственно, было гораздо сложнее лечить. Ну и суть такая, что это негуманно. И действительно, в Женевской конвенции есть пункты, запрещающие негуманное убийство. Дословно, запрещается употреблять оружие, снаряды или вещества, способные причинять излишние страдания. Но ни одного слова о запрете подобных штыков лично я там не нашел, ни одного подтверждающего это документа. Однако, что касается штыка, именно к винтовке Мосина, есть некая статистика, гласящая, что раненый немецкий солдат именно обычным классическим штыком, плейновым, как мы любим говорить, находился на лечении порядка 18 суток. А вот солдат, раненый четырехгранным штыком от винтовки Мосина, 28 суток. Это требовало, соответственно, от руководства Рейха внеплановых мобилизационных усилий. Насколько это правда, я не знаю. Вообще, впервые штыки появились в середине 17 века во Франции, в городе Байонет. Их так и прозвали – байонеты или багинеты. По сути, это был кинжал, который можно вставить в дуло мушкета. И рассматривался байонет скорее как средство защиты мушкетерского строя от кавалерии, не более. Вообще, штука была весьма неудобна. Он и ствола выпадывал, и застревал там, когда это было вообще не надо, не давая возможность возобновить стрельбу. Но
Сама идея «кинжал плюс ружье» запала в массы, и вот следующим появился уже привычный нам граненый штык. В то время оружейные идеи холодного оружия очень быстро перемещались по всей Европе и докатывались до России, поэтому сложно сказать, когда именно появился четырехгранный игольчатый штык в России. Но считается, что он принят на вооружение русской армии в 1870 году и использовался с пехотной винтовкой образца 1870 года, а чуть видоизмененный к драгунской версии этой же винтовки. Чуть позже, в 1891 году, на вооружение российской армии была принята легендарная винтовка Мосина. Она же Мосинка, она же трехлинейка. И, конечно же, четырехгранный штык уже в своей новой модификации перекочевал на нее. Это было по-настоящему грозное оружие ближнего боя. Вы только посмотрите, насколько далеко можно было колоть противника. А размер штыка в некоторых случаях позволял нанести даже сквозные ранения. Острие штыка было заточено под отвертку. Мне не удалось найти информации, почему так было сделано, во всяком случае, какой-то официальной, хотя мне даже довелось изучить настоящую методичку винтовки Мосина. Там, к сожалению, об этом нет ни слова. Но я предполагаю, что было это сделано по двум причинам, наверное, основным. Во-первых, это минимизировало шанс самому солдату пораниться штыком, потому что, ну, где-то он там бегает, он у него убран, в общем, чтобы он не укололся. Во-вторых, такая конструкция делает штык более надежным. Меньше вероятность его обломить, его не надо затачивать лишний раз. И вот это все, но при этом он остается все так же эффективен и отлично насаживает супостата на свои четыре грани. Ну и, конечно же, еще и как отверткой можно было пользоваться. Вообще, в методичке для Мосинки написано, что у них в комплекте шел еще специальный инструмент для разборки винтовки. То есть, по идее, это не для этого было сделано. Вот. Но, тем не менее, если ты все потерял, да, то можно. На самом деле у Мосинки было несколько штыков. Вот некоторые из них. В 20-х годах была предложена новая конструкция штыка, которая позволяла бойцам при использовании соответствующих средств защиты отрабатывать приемы штыкового боя в совместных занятиях. Тренировочный штык отличался от боевого конструкции клинка и его креплениями. Последние были выполнены в виде двух металлических пластин с отверстиями для двух винтов или заклепок. Между пластинками помещался гибкий имитатор штыка, фиксирующийся на своем месте винтами либо заклепками. По своим габаритам гибкий имитатор клинка соответствовал боевому изделию. Для безопасного использования боевой конец имитатора загибался и образовывал петлю. Так называемый блокадник. Выпускался с 1941 по 1944 года в блокадном Ленинграде. Система крепления у штыка аналогична штыкам образца 1891-30-х годов. Клинок штыка однорезвийный, с долом с обеих сторон. Трубка с Г-образной прорезью, идущая сверху налево. Задний конец трубки утолщен. Шейка короткая, четырехгранная. В основании клинка вмонтирована пружинная защелка, фиксирующая штык при примыкании за основанием мушки. Видимо, выпускался на нескольких предприятиях, так как размеры штыков довольно сильно различаются. Да и различия этих клинков имеют различия по форме, расположению долов, толщине, качеству обработки клинка. А зацените еще вот такой штык Мосинки. Штык русский, экспериментальный, 1905 года. Этот штык начал использоваться во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Хотя боевое применение нашел лишь во время Первой мировой войны. Задача конструктора была проста – придать оружию режущие и секущие свойства, немного пожертвовав колющими. То есть старались повысить универсальность за счет снижения эффективности. Однако такой штык-нож в войсках не прижился. Да и сохранилось их крайне мало, как, в общем-то, и было выпущено. А вот еще прикольный момент. К этому штыку предполагалось крепление специального инструмента для резки проволоки. Если предположить, что именно так выглядел штык в комплекте с инструментом для резки проволочных заграждений, согласитесь, боевая ценность всего девайса крайне сомнительна. Также я встречал статью, что велась разработка четырехгранного штыка с возможностью складывания его вдоль ствола винтовки. Ну, по типу, как позже это было сделано уже на винтовках СКС. Но, насколько, по крайней мере, я нашел, такая конструкция не прижилась, хотя есть мнение, что ближе к концу Второй мировой войны было выпущено некоторое количество винтовок с подобной модификацией. Виталя, слушай, у нас с тобой есть еще один ножичек, тоже от Мосинки? Нет, Сань, этот штык-нож не для Мосинки, это нож, можно сказать, для ее конкурента, еще для одной самой массовой винтовки, середины, ну, которая была выпускалась до середины 20 века. Но это уже немецкая винтовка. Маузер 98К, или как еще она называлась, Кар 98. Считается, что винтовок Мосина всего было выпущено 37 миллионов штук.
Маузер 98К 17 миллионов. Обе эти винтовки работают по принципу скользящего затвора. Ну и выпускались они, в общем-то, в одно и то же время. При этом у Маузера были свои преимущества. Но если мы говорим о винтовке именно как о снайперской, то здесь, конечно, неоспоримым лидером была именно трехлинейка. Дальность стрельбы из винтовки Мосина достигала 2 километров против 1,5 километров у Маузер 98К. Если быть честным, на такие дистанции, конечно, мало кто стрелял. В основном винтовки использовались на дистанции не более 500 метров. Кстати, именно винтовкой Мосина был вооружен легендарный советский снайпер Василий Зайцев, который во время Сталинградской битвы уничтожил 225 солдат германской армии, ну и их союзников, включая 16 снайперов противника. Вообще, о истории Василия Зайцева был снят совершенно потрясающий фильм, называется он «Враг у ворот», и если вы его не смотрели, я настоятельно рекомендую его посмотреть, особенно в преддверии 9 мая. Возвращаясь к штыкам, вы скажете, а зачем штык на снайперской винтовке? Ну, на самом деле, у Мосинки были варианты с укороченным стволом для обычных солдат. И, конечно, штык в первую очередь применялся там. Как, в общем-то, и Маузер 98К является карабином модификации винтовки Маузер 98, которая была создана на 37 лет раньше. Так что, в целом, история этих двух винтовок очень схожа при совершенно разных штыках. Ну а далее война закончилась, и страны постепенно стали налаживать производство более сложного оружия. Так, в 1947 году появился не менее легендарный автомат Калашникова. Но к АК уже использовались совершенно другие штык-ножи, и вы можете посмотреть материал об этих штык-ножах, которые мы снимали достаточно давно, но материал весьма познавательный, вот здесь будет ссылка. Кроме того, совсем недавно мы были на производстве Кампова-Орехова-Зуева, и там снимали материал уже про самые современные штык-ножи, используемые также к автомату Калашникова. Ссылка также в углу экрана. Но эра игольчатых штыков, во всяком случае в России, была закончена с окончанием именно Второй мировой. Кстати, вот вам еще пара интересных фактов. Поскольку штык, присоединенный к винтовке, показал себя не с лучшей стороны во время окопных сражений, это наглядно продемонстрировала еще российско-финская война, то специально для боях в окопах был создан весьма известный и по сей день нож НР-40. Правда, вооружали им в основном автоматчиков. Далее был нож «Вишня», созданный в 1943 году, который также отлично себя зарекомендовал. И, кстати, именно он послужил прообразом к созданным уже позже штык-ножам к автомату Калашникова. И еще один интересный факт, правда, не знаю, насколько это правда. Довольно давно мне на глаза попадалась статья о тренировках штыкового боя. Я сейчас могу наврать, но примерно история была такая, что чучела, которые делались из стогов сена, куда, собственно, и отрабатывались удары штыком, ну, той же самой Мосинкой. Сначала они подвешивались, эти чучела, потом где-то делали, что, ну, такая станина из сена, и втыкали в нее. Но была проблема, что когда был реальный бой, и человека насаживали на штык-нож, тельце падало, и падало вместе с вогнутым в него ножом. И была проблема вытащить. Короче, народ застревал, не мог вытащить этот штык. И, по-моему, в Германии они пересмотрели систему тренировок, и они сделали чучела, которые падали. То есть чучела из сена к специальной деревянной станине были прикручены, и когда солдат тренировался, втыкал, чучело падало как раз вниз. И следующим этапом тренировочного действия было вовремя убрать обратно штык, чтобы вот он не застрял в лежачем теле. Сегодня мало кто может сказать, так ли это было на самом деле, ведь прошло уже ни много ни мало, а 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Ну и история, как мы знаем, самая лживая наука. Так что во что верить, а во что нет, решать вам. Ну а это была история легендарной винтовки Мосина и ее не менее легендарного четырехгранного русского штыка. На этом все. Всем пока и до встречи в сети.